Нравится. Все как положено, реснички, тюнинг, везде светоотражающие маячки. Даже хрюшка на капоте. А тумблер, вот интересно, для чего? Наверное, для включения зажигания. Вот такая вот газель. Вся газель в тюнинге. А тумблер, оказывается, выведен на вентилятор печки. Так как часто панель выходит из строя, управление климатом так называется. Вот тюнинг. Тут еще провод какой-то проходит. Нужно посмотреть, что за провод. Хрюндель прикрученный. Все как положено. Везде синяя изолента, светоотражайки. Все как положено, все как в газели. Чудный автомобиль. А, еще тахометр. Интересно работает. Сейчас заведу машину, покажу. Машина дизельная, а уже 4500 оборотов. О, до 6 крутит дизель. Вот так вот. Будем разбираться. Тут еще кого-то убили. Вот пятна крови наверху. Наверное, ехал водитель, ему пуля в лоб попала. Забрызгало все. Не удалили. Как раз над головой водителя. Opel Astra поменяли термостат. Весь с корпусом. Это оригинал стоял, который. А вот поменяли термостат мы на неоригинал. Вместе с корпусом, со всеми делами. Человек приехал, жалуется, говорит, термостат открытый, машина не греется. Это потеки от прошлой замены. От того, что у него текло тут все. И вот тут вот попался какой-то огрызочек и приоткрыл термостат. Не знаю, будет видно, не будет изнутри. Маленький там кусочек, сейчас достану, сниму. Вот и вся проблема. Откуда он взялся, вот это уже интересно. Это вся проблема в открытом термостате. Машина не грелась. Сейчас вот достану. Аккуратно, чтобы не повредить резиновое уплотнение термостата. Причина. Маленький кусочек силюмина. А вот откуда он откололся, это уже интересно. Сейчас будем ставить на место. Теперь термостат закрылся. Все отлично. Не продувается. Будем греть и смотреть. Еще сделал себе вот такую приспособу, крючочек, патрубки, чтобы снимать прикипевшие. Залазим под патрубок аккуратно и продеваем. Когда патрубки прикипают, их очень сложно снять. Затупил острие, чтобы не прорывать патрубки. Очень удобный. Есть, конечно, заводское исполнение. Ну, попробовал, сделал. Теперь надо будет заводской купить, сравнить по характеристикам самоделку и заводской. На работу, а тут хлоп и лес вырос. А это значит что? Что зиме все. Приора рассыпался. Привора рассыпался подшипник уже мной. Человек с Брянска ехал, говорит, что-то сцепление пропало. Вот такое состояние корзинки. Лепестки сточило половинку. А диск бы еще походил бы. Диск еще нормальный.
Вот так вот. Citroen Jumper. Машина рабочая. Тут всего валом куча. Клиент приехал с жалобой, то что не включается задняя передача. Оборвала тягу на кулисе. Это я уже поставил всю кулису в сборе. Клиент привез. Вот так оборвала. Троса все целые, а вот кулиса не выдержала нагрузки. И такое бывает. Но чтобы ее поменять... О, это по-хорошему торпеду, съем торпеды. Можно, конечно, так подлезть, если у вас руки ломаются в 3-4 местах, особенно пальцы, то тогда можно поменять и на месте, не снимая торпеду. Ушатали машину рабочую. Антифриз течет. Масла нет. Горит масленка, моргает. Воздушный фильтр убитый. Выжимают последние соки из рабочего автомобиля и все. А потом удивляется, машина не едет, машина дымит. Мотоцикл почти окончательно собрал. Даже грипсы новые поставил. Осталось замок цепи. Осталось новый замок цепи, еще один маятник поменянный. Натянуть цепь, попробовать проехаться, выставить сцепление, отрегулировать. Везде все пластик поставил. Пластик тут допиливали, чтобы нигде ничего не цеплялся, ни выхлопом. Ну, пластик в печальном состоянии, так как его и ремонтировали. Интересно. И по цвету он сильно отличается. В некоторых местах так кардинально прям. Красил какой-то дальтоник. Остались лопины на пластике. А вот этот тюнинг выхлопа. Пружинки мешают пластику. Пришлось пилить окно. Ну вот такой вот результат получается. Скоро буду сдавать. Сцепление выжми. Нет. Еще раз. А, kill switch. Печальный ремонт, конечно, пластика. Пластик очень уставший. Зеркала китайские, непонятного качества. Ну, почти готов. Потому что каждый подходит и руками трогает. И грипсы будут грязные. Поэтому завернул, сейчас еще скотчем замотаю, чтобы никто не трогал. То каждому хочется поиграться,
погазовать. Верстачок делаем в цех. Здесь будет установлена опалубочная фанера. Установлены тиски будут. Два штуки. Две полочки для электроинструмента и всего остального. Покрашен. Сейчас установится столешница. По затратам где-то в районе 10 тысяч рублей выходят материалы. Ну, плюс тиски по 5 тысяч. Тиски будут вот такие. Сейчас крутим, соберу конечный результат. Наш стол. Осталось два момента. Скруглить два угла, чтобы об них не биться. И верстачок с тисочками, с поворотными. Это уже второй верстак. Ну, еще тут параллельно стекло клею на гранте. Уже вклеил. Надо только присоски это убрать и собрать ее. Стеклышко было битое везде. Поэтому решили поменять. Завод стоял.